17 часов и 19 минут в Нижнем Новгороде. Вы настроены на НН Радио. Всем хорошего настроения. У микрофона по-прежнему Илья Никитин. Прямо сейчас есть повод, знаете ли, зайти на наш сайт nnradio.info. Напоминаю его адрес. Там есть видеотрансляция. Не пожалеете, потому что прямо сейчас мы встречаем очередного гостя на 99.5. Сегодня у нас плотно вообще с гостями. Сменяет один человек другого. Прямо сейчас мы встречаем легендарную личность, я думаю, потому что у нас в гостях Вася Васин, лидер той самой группы «Кирпичи». Вась, привет. Да-да-да, здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, это я, Вася Васин, приехал сегодня, играю концерт. Скажи, пожалуйста, Вася, где же «Кирпичи»-то? Почему один как-то вот сиротливо так? Эти ребята тяжелы на подъем, они все семейные, куча детей, дача, строительство, говорят строго о ремонте, о тачках, преподают в институте и так далее. Остается ли вообще время для разговоров о музыке и о творческих планах в таком случае? Исключительно, если собираемся вместе на концерты какие-то или типа того. Но это все шутки, по большому счету. На самом деле, я играю часто сольные концерты, и в данный момент меня пригласили в небольшое заведение. Внизу непосредственно будет около 50 посадочных мест, и мне, в общем-то, хватает для моего шоу. Вот, оно достаточно камерное и интимное. То есть хочется собирать все-таки меньше народу, но чтобы это были более проникнутые творчеством люди. Да, конечно, меньше народу, больше кислороду. А вот как же это всемирная там слава, тысячи стадионы? Это кирпичам, людей. Это исключительно кирпичам. Завтра мы играем в Москве, в Большом зале, дай бог, будет человек 700. То есть можно, в принципе, в каком-то смысле расценить Васю Васина как некое отдельное явление, да, от группы «Кирпичи»? Да, конечно, однозначно. У меня вышло 3 сольных альбома, и, в общем-то, моя программа на 75% состоит из моих сольных песен, остальное — хиты «Кирпичей». Ну, о том, что будет сегодня звучать в «Томигане», мы обязательно еще скажем в прямом эфире НН Радио, но всего один вечер в нашем городе Вася Васина проводит. То есть один день, как я понимаю, то есть сегодня приезжаешь, завтра утром тебя уже не будет здесь, в нашем городе. Да, рано с утреца в 5 утра я приехал. Вечерком, завтра же уезжаю в Москву, я в своеобразном туре. Ну, а хотелось бы вот подольше задержаться в нашем городе, посмотреть что-нибудь здесь? Дело в том, что я тут настолько часто ошиваюсь, что, в принципе, мне одного дня... Я сегодня дело в том, что по туризму выполнил программу просто по полной. Кремль, там все откосы и так далее, все уже посмотрели. Да, я гулял 2 часа один, а когда гуляешь один, то гораздо больше впечатлений, поскольку никто не отвлекает на там выпить пивка или там с кем-нибудь потрепаться. Ты один ходишь в трансе, обходишь весь Кремль, заходишь в церковь, потом идешь вниз, какую-то новую смотровую площадку я нашел, все как японский турист фотографировал, туда-сюда, тудым-сюдым, так прошло. А вот какие-то вот эти вот экскурсионные маршруты, когда гид ведет, человек рассказывает, а сейчас посмотрите налево. Там, обожаю. Но в Нижнем Новгороде не было такой практики? В Нижнем Новгороде не было ни разу. Я совсем недавно был, собственно, в Великом Новгороде с такой программой. Угу. Было жарко, старушка упала в обморок, ее заменили на молодую ведущую этой экскурсии, и, собственно, она довела ее до конца. Вот. Там длиннющие экскурсии, они длятся по 3 часа. Я думаю, особо приятно сейчас нашим слушателям, нижегородцам, знать, что Вася Васин различает Новгород Великий и Новгород Нижний, потому что жители Нижнего Новгорода очень не любят, когда их называют, например, новгородцами. Вот не было ни разу такого. Упаси Боже, я профессиональный турист, и я понимаю, что такое нижегородец и новгородец и так далее. Переходим тогда прямо к сегодняшнему концерту, который в «Томигане» состоится, да, насколько я помню. Что можно будет услышать нижегородцам, которые придут послушать Васю Васина? Ну, концерт заявлен, в принципе, как акустика, но это не будет акустика, потому что играть исключительно акустику — это достаточно скучно, поскольку я читаю рэпы. Вот. Ну, как, первая часть программы — это я читаю рэпы сольного альбома, потом я играю какие-то песни «Кирпичей» под гитару, потом я играю, читаю опять какие-то рэпы, потом опять играю на гитаре, потом опять читаю, потом играю на гитаре, потом играю песню «Плюю я в воду с парапета», потом «Друг всегда с тобой» и «Свободен». Mm-hmm. Ну, я знаю, что в лайв-зону отдельно билеты продавались, но всех, кто в лайв-зону не попал, есть возможность, насколько я знаю, совершенно бесплатно, да, послушать Васю Васина сегодня в «Томигане». Это решение такое совместно с организаторами было принято, или это прям пожелание вот твое? Ну, судя по всему, это за счет именно строения помещения. Mm-hmm. Вот, я думаю, что будет в этом определенный прикол, поскольку люди будут сидеть и слушать мой концерт живьем. И, кроме того, будет еще здоровенный экран в свободной зоне,
свободного входа, где можно будет всю эту фигню мою услышать, в общем-то. Для всех наших радиослушателей напоминаю, если вы вдруг не узнали по голосу, то сообщаю, что Вася Васин в гостях в прямом эфире на NN Radio, сайт, напоминаю, nnradio.info. Вот скажи, пожалуйста, вот все-таки больше как тебе нравится? Составит кирпичей, да, в том, котором мы привыкли играть, или все-таки больше как-то в сольную какую-то сторону тянет, хочется одному, ни от кого не завися, развиваться вот как здесь? Ну, совершенно естественным образом, мне легче, конечно же, легче психологически играть с кирпичами, поскольку у нас накатанная программа, и мы играем полтора часа как заведенные. Тут, естественно, приходится применять все свое актерское мастерство, когда все взгляды обращены на тебя, и ты целый час перед ними выкабениваешься, грубо говоря, и вся лажа видна. Угу. Вот. Но в последнее время я привык, и это выходит у меня достаточно неплохо. Будет ли возможность у всех, кто собрался сегодня, вот соберется, вернее, еще в Томми Ганне на Большой Покровской 21, просто задать вопрос Васе Васину? Например, не только послушать музыку, но и какой-то там свободный микрофон, что-нибудь в этом роде. Ну как, меня можно поймать, в принципе, в любой точке. Я не стремаюсь выходить через зал покурить на улицу, потому что в клубах запрещено. Угу. Вот еще такой вопрос. Отличается ли как-то нижегородская публика от публики в другом городе? Все везде, все люди хорошие и одинаковые. Все люди хорошие. Публика отличается в Гуанчжоу и Гонконге, а в Нижнем Новгороде и... Но все равно какая-то есть особенность. В городе Саров, где мы тоже играли, публика примерно одинаковая. Это, наверное, слышать отрадно. С одной стороны, все хорошие, все хорошие. Хорошо, тогда еще вот такой вопрос. Васю Васина мы сегодня услышим, а вот полностью кирпичей мы сможем увидеть в Нижнем Новгороде? Если да, то когда? Я думаю, многих волнует. Я обращаюсь к организаторам концертов в больших залах. Зовите кирпичи, так сказать, available. Мы играем, принимаем все любые предложения. Ну, я думаю, есть еще возможность прямо сейчас обратиться в прямом эфире на радио к нашим радиослушателям. Если есть что сказать, ну и пригласить на свой концерт, Вася Васин, пожалуйста. Дорогие друзья, Вася Васин, группа «Кирпичи», приходите на концерт в клубе «Томми Ган», да, называется, на улице Большой Покровской, да? Большая Покровская, 21. Большая Покровская, 21. Всем желаю всех благ, слушайте исключительно хорошую музыку. Неважно, что это, трэш-метал, хэви-метал, дарк-метал, хардкор. Или, может быть, современная академическая музыка, почему бы и нет? Нет, академическая — это самое тяжелое, что можно слушать. Когда звучит джаз, я вообще выхожу из комнаты. Вот так, неожиданно, друзья. Спасибо большое. Вася Васин был в прямом эфире НН Радио сегодня. На здоровье, до свидания, приходите на концерт. Оставайтесь с нами на 99.5. Прямо сейчас поговорим о пробках на дорогах Нижнего Новгорода. НН Радио. Твой город. Твое радио. НН.